страшне і нестерпне очікування закінчується. Світлана і Владислав боролися за своє життя на X-факторі за вашим рішенням. І тепер зосереджено і схвильовано чекають на присуд суддів. Востаннє у цьому сезоні вони повинні обрати, кого хочуть чути на цій сцені за тиждень, а кому доведеться лише згадувати, як тут було добре. Панове судді, якого висновку дійшов кожен із вас? Ігорю, слухаємо тебе. Ну, я не міг дійти іншого висновку. І на мій погляд, ті, хто дивилися цей сезон, не дадуть мені помилитися і вже не давали попередні ефіри. Я вважаю, що мій підопічний Влад Курасов просто сильніший Світлани Вінник. Я віддаю голос Владу, звичайно, туди. Це передбачувано, дякую, це Ігорю. Це передбачувано, але тим не менше я хотів би сказати. Владислав має один голос від Ігоря. Сергію, ваше рішення не менш передбачуване, але ви мусите його оголосити. Абсолютно. Влад Курасов нічуть не сильніше Світи Вінник, але діло не в цьому. Чим далі шоу, тим трудніше розставатися з нашими талантливыми участниками, потому что за это время мы полюбили их и прикипели всем сердцем, всей душой друг к другу прикипели. Мы уже просто как одна семья в этом проекте. И ни для кого не секрет, что я очень люблю свою черную розу. Она благоухает, она всегда сочна, свежа. Эта певица была назначена мне судьбой в этом проекте. Мы многое прошли со Светочкой, и поэтому, конечно, мое решение, оно не может быть никаким иным. Света и только Света. Единственная и неповторимая. Другой такой нет и не будет. Ни в каком проекте. Дякую. Светочка, я люблю тебя. Дякую, ми зрозуміли. Світлана має голос від Сергія Сусідова. Серго, яким буде твій вердикт? Світлана, ти, безусловно, сочна. Без пошлості, пожалуйста. І будьте хоч трижди чорною розою, Світлана. В следующем ефірі мій голос буде абсолютно нічтожним. І не буде значити ровним счетом нічого. А пока в этом эфире он что-то значит, я даю свой голос только Курасову. Дякую, Серега. Влад має голос від Сереги. Ёлка, ты мала час на роздуми, отже. А такое впечатление, будто бы не было у меня этого времени. Поделюсь с вами своими переживаниями. Если бы у меня был пульт от моей жизни или хотя бы от шоу X-Factor, такие моменты я бы с радостью перематывала. Не потому, что я боюсь ответственности, хотя, может, в какой-то мере и потому. А потому, что я действительно к вам ко всем прикипаю. Мальчикам, может быть, этого и не понять, но мне действительно сложно с каждым из вас расставаться. Дело в том, что мало того, что вы лучшие друзья, и поэтому мне это решение очень сложно давалось. Вы еще действительно идете, как это называется, ноздря в ноздрю. Вы для меня артисты одинакового уровня, потому что там, где у Владислава есть безусловный талант, у Светы есть глубина души. И свой голос сегодня я отдаю тому, кто совсем не намного, на мой взгляд, был сегодня лучше. Совсем не намного. Мне тяжело это говорить. В следующем эфире мы увидим Владислава Курасова. Влад Курасов залишається у X-Factory. Спасибо! Подожди секунду. Влада, ты маєш... Можно, пожалуйста, два слова? Спасибо огромное, дорогие судьи. Спасибо огромное всему залу. Я безумно благодарна X-Factor за то, что, во-первых, он мне дал возможность поучаствовать на такой широкомасштабной сцене, попробовать себя, доказать, что я что-то могу, в первую очередь, себе,
доказать всем своим знакомым, друзьям, родителям, что то, что я занималась музыкой, это было не просто так. Вот. Спасибо огромное вам за то, что вы адресовали этот голос и подарили ему еще один шанс быть в этом проекте. Я безумно люблю этого человека, просто потому что мы дружим. И я уверена, что он дальше пройдет, очень дальше. Он пока что еще всем на этом проекте. Спасибо вам огромное. Дякую. Світланко, ти пройшла визначний шлях, сповнений хвилювань і перемог. І я дуже хочу, щоб ми разом зараз пригадали, як це було, і пережили і ще раз найщасливіше миття. My whole life, waiting for the right time. To tell you how I feel, and though I try to, you'll never fare clear. Non mi testa male. Такого интересного персонажа в гамме, которую мы уже отобрали, не хватает. Поэтому я скажу вам да. Я мечтала, я думала, я так, я надеялась на X-Factor. Честно говоря, я очень надеялась. Вы проходите дальше. Такого шанса больше не будет в моей жизни. Это дано один раз и не больше. Его надо ну, по максимуму просто использовать. Поработаем славно. Я в своей жизни еще так ни разу не переживала, честное слово. Когда у тебя нет ветер. Мне интересно спостерегать за Светланой. Мне кажется, что она не для всех. Она такая эксклюзивная співачка с интересным тембром, с интересной манерой, с интересными возможностями на сцене. И это ее выгодно отличает от других. Щегольский, помпезно, эфуистический, прециозный, красовитый вокал. Вот здесь неказистый вокал, у тебя был казистый вокал. В целом это был эскападный кунштюк. Спасибо, родная. Спасибо за то, что ты подарила нам это прекрасное воспоминание о любви. Браво! Караводит снег с дождем, мечта дорогу мне согрей. Тебя весна моя увидит, надо будет теплей. Это было очень здорово. И таких девушек очень любят ребята не только во дворах, но и в любых рабочих коллективах. И интеллигенция тоже за таких девушек. Світланко, я повірити не можу, що прийшов час з тобою прощатися. Гірко, і нічого вдіяти не можна, але я вірю, у тебе попереду широкий шлях, на якому ще дуже багато перемог. І я впевнена, дуже скоро ми почуємо твої пісні. Щасти тобі! Сьогодні судді попрощалися із рештками своєї влади. За тиждень все, абсолютно все буде у ваших і тільки у ваших руках. І за вашу любов п'ятеро найкращих будуть битися до останку. На них чекає подвійне випробування. У восьмому раунді вони складатимуть легендарний іспит. У їхньому виконанні ми почуємо пісні примадонни Алли Пугачової і гурту, без якого не було б сучасної музики. Гурту, який і досі залишається найпопулярнішим у світі – «Beatles». А ще для вас співатимуть запальні французи, нове ім'я європейської музики – «Бібі Брюн».
З вами була Оксана Марченко, і це X-Factor. Тут народжується легенда. За тиждень я знову чекатиму вас тут.